Здесь ведь такое уже бывало. В магазин заходит покупатель. Ищет определенные книги. Поливает их бензином для зажигалок. Я знаю, почему он сжег книги. Почему? Потому что он их написал. Сидни Холл – один из лучших писателей-современников. Я ищу его уже много лет. Вы узнаете этого человека? Сидни был одним из лучших студентов. Очень талантливый. А если я напишу книгу? О чем же? Тебя зовут Мелоди? Нет-нет-нет, стой! Почему ты от меня убегаешь? Так прикольно. Твоя книга вот уже 8 месяцев бестселлер номер один. Я вижу то, чего не существует. Жизнь, ставшая романом. Я хочу написать книгу, которая встряхнет людей. Приступай скорее. И не забудь взять меня с собой. Напиши обо мне. Ты же знаешь, кто мой отец. Это не значит, что о нем надо писать книги. Завтра по-другому запоешь. А что будет завтра? Роман, ставший культовым явлением. Эта книга – опасное знамение нашего времени. Что скажете о сжигании книг? Мне извиняться не за что. Явление, ставшее загадкой. За мной следят. Не знаю, что ему нужно, но он знает обо мне все. Вот уже больше 5 лет Сидни Холла никто не видел и не слышал. Как такое возможно? 25 января. Где бы я ни был, он всегда рядом. Ты одним из последних видел его живым. Даже не представляю себе лучшего начала отличной книги. У каждой книги своя история. Вся жизнь человека может кардинально измениться за долю секунды. Логан Лерман, Эль Фаннинг, Мишель Монахан, Блейк Дженнер, Маргарет Куэлли, Нейтан Лейн и Кайл Чандлер. С этим пора кончать. Сидни, что происходит? Что это? Это не то, что ты думаешь. Расскажите, что вам известно про Сидни Холла. И больше вы меня не увидите. Исчезновение Сидни Холла.